Для каждого типа мусора отдельный контейнер и площадка, не устают повторять инспекторы. В этот раз рейд проходит в лесном городке. Представители территориального управления надзорных органов проверили контейнерную площадку на предмет соблюдения жителями правил складирования отходов. Сегодня мы увидели, что мужчина, к сожалению, не знал о том, что нельзя приносить сюда строительный мусор, и были даны ему разъяснения. Впредь он не будет приносить этот мусор, будем надеяться на это. Цель рейда – пресечение несанкционированных навалов мусора и разъяснительные беседы с жителями. Только совместными усилиями можно сделать округ чище, уверены инспекторы. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».